На этих кадрах вы видите вторую могилу Жана Батиста Мольера на кладбище Пер-Лашес. Великий французский комедиограф 17 века Жан-Батист Паклен родился то ли 13, то ли 14 января 1622 года. Но зарегистрировали его 15 января, это нам известно точно, а может быть даже покрестили. Но тут возникают вопросы. Дело в том, что умер он 17 февраля 1673 года. Причем в этот день он даже выходил на сцену, чтобы в четвертый раз сыграть в пьесе «Мнимый больной». Прямо во время спектакля ему стало плохо, и родные перенесли драматурга, который кашлял кровью, домой. Там он и скончался через пару часов. Архиепископ Парижа категорически запретил хоронить Мольера. Мол, артист был большим грешником и должен перед смертью покаяться, но он не успел, то ли не захотел. Вмешательство Людовика XIV все-таки решило проблему. Церемония захоронения прошла поздно ночью за оградой кладбища церкви Святого Иосифа, где по традиции хоронили самоубийц и некрещенных детей. А на этих кадрах вы видите вторую могилу Жана Батиста Мольера, где он упокоился после того, как его останки перенесли с огромным пиететом и пышностью на кладбище Пер-Лашес.